Привет, меня зовут Ольга, и это фэшн-концерт. Мы находимся в клубе «Парковка» на мероприятии, посвященному 25-летию армии Алиса. В наше нелегкое время, друзья, когда непонятно кому верить, очень хочется сдохнуть. Но давайте жить, потому что умереть всегда что? Говно вопрос! Давайте жить! Сложно родиться, сложно расти, сложно иметь и потерять, приобрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, кого вопрос? Дорогие поминки, дорогие тачки, гоняют по Ленинке, дорогие памятники, но на них есть спрос. Не умеет, не откуда мы 12 часов назад только выехали и приехали к вам! Север! Печальные елки укрыли просторы и плещется мед в ладонях костер. Бескрайние зори и вечер тропами ложится в костер. И север нас любит, и север нас пишет, и север нас верит, и север нас ждет. Была презентация DVD. Как прошла презентация? Как всегда, шикарно. Все было шикарно? Ну, естественно. А как у вас намечается презентация альбома? Да, у нас сплошные презентации. Сплошные презентации. Но альбом будет в мае, в конце мая, да, так что да, еще да. Есть два месяца на разбор. Ну, мы взорвем клуб, и на нас пойдут страшные слухи по всей российской земле. Возможно, нас запретят. Все это будет 21 мая. Армия Алисы – это... люди, объединенные очень неформальной идеей и идеей мне близкой. Поэтому я здесь. Мое отношение к группе Алиса практически родственное. Да, я очень люблю группу Алиса. Раз, два, раз, три!
тобой, товар. Как само мероприятие? По-моему, пока все неплохо, но, наверное, окончательную оценку я дам, когда на сцену выйду. Пока, судя по картинке, все проходит, все состоялось. А давно ли вы состоите в армии Алисы? В армии Алиса? Ну, сейчас скажу вам, с 94-го года, когда первый раз услышал группу Алиса, так и все. В школе был самым главным алисоманом, носил балахон, где большими буквами на спине было написано «Дурень». Вот, учителя ругались, но мне было по барабану. Это одна из моих любимых групп, да, на которой я вырос. Это, по сути, Кинчев, по сути, мой учитель. Я учился, кто-то учится по книгам, я учился по кассетам, по всем альбомам группы «Алис». Спасибо большое. Вам спасибо. Oh,